Пришла Коляда, открывай ворота, заходите, гости дорогие, у нас сегодня здесь радостно будет. Святого Василия, радуйся, ой, радуйся, земли, Сын Божий. В Доме культуры села Душонова в этом году впервые красочное святочное представление организовали силами православного учебного заведения «Ковчег», Огудневской детской школы искусств, а также театрального коллектива «Горница». Показать мы хотим колядки, затем что-то в стихотворной форме, что-то в песенной. Будут дети петь и рассказывать. Кто-то на гармошке сыграть, чтобы немножко так повеселить нас. В конце мы покажем святочные гадания, которые проходили по-разному. Ведь сейчас у нас от Рождества до Крещения идут святки. Это самый веселый из зимних праздников. Как в дохристианской Руси торжества, посвященные Богу Святовиту, так и в России православной. В нем участвуют и большие, и маленькие жители. И какие святки без гадания, конечно же, на суженного. И тут применяют самый надежный способ. Смотрят за колечками, снятыми с рук. Сейчас посмотрим, кого, чего тут ожидает у нас. Так, ну-ка, водичка, скажи ты нам всю правду. Что наших девушек ожидает? В самом убранстве помещения, где была и печка, и накрытый стол с пирогами, и на стенах висели собранные в здешних селах предметы старины, а в фойе – изделиями местных народных промыслов, которые были представлены мастерицами школы искусств. Все создавало обстановку веселья и удивительно душевного праздника. Он, безусловно, получился. Помогаем, и вот дети наши такие вот талантливые. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».